Во-первых, я хочу поздравить вас с вроде бы устанавливающимися солнечными деньками. Да. Во-вторых, вообще весна, в принципе, куча праздников. И даже сегодня, по-моему, католическая Пасха, да, правильно? В общем, всех поздравляю со всеми возможными праздниками, и личными, и общественными. Международный день театра, вот так, вот, на минуточку, ну, отлично. И к слову, о Международном дне театра я бы хотела объявить, что сегодня наш концерт будет немножечко в другом формате, не как обычно, вышел, спел песенку и убежал. Вышел. Дождался аплодисментов. И для того, чтобы звукорежиссер нас услышал, а то, знаете, как обычно начинает петь наш, ну, как сказать, артист. И по ходу бедному звукорежиссеру приходится подстраиваться, потому что нас так много, и мы все такие разные. Поэтому артист выходит, читает эпиграф своей песни, и неважно, по смыслу он как бы предвосхищает песню или нет, неважно, просто нужно выйти и прочитать какой-то эпиграф. Пусть это будет 4 строчки, 2, неважно, главное, громко и с выражением. Все ведь солисты готовы к этому, правда? Да! Потому что, вы понимаете, пока вы это не сделаете, музыка не зазвучит. А, два слова для солистов. Вот микрофон, в который говорю я, желтенький, с желтенькой полосочкой. Если артист выходит петь один, солист поет в этот микрофон. Угу. Зафиксировали, дорогие солисты? Да. Отлично. Что мне еще нужно важное вам сказать? А важное мне нужно сказать, что с нами сегодня играют на клавишах Николай Добкин. Николай Добкин. В первой части концерта на бас-гитаре играет Вова Чиркин. И Вова и Юра в второй части станут с нами в ход! И на барабанах Владимир Воеводы! Первым номером у нас будет абсолютный такой дебют в качестве дуэта. И вообще стилистика такая для нас очень интересная. Но так как мы здесь все собрались, люди в теме, понимаю, что надо друг друга поддерживать, я предлагаю вам представить, что вы практически болельщики на каком-то, ну, не знаю, футбольном или пивном матче, я не знаю, как это. Вот. Вы сейчас поймете, что нужно делать. Я приглашаю Анастасию Крючкову и Еву Марию, наши дорогие девушки и Ната. I'm gonna be, I'm gonna be the man who stands right next to you. And
Кожевникову. Лена Кожевникова! Встречайте! У нас будет песня в стиле кантри сейчас. И нам будет подпевать, да? Да. Мария Кроман будет нам подпевать. You seem to know the truth, while I have no clue. And I'm in love with history in your eyes. It shows in everything you say or do, which tells me you're a prophet in disguise. You think me mad, but it's real me. And when I look through human trace of yours, I see my truth that you will never see. It makes me love my life and feel its worth. Я не знаю, почему я не могу запомнить это. Я его сочиняла сама, но не помню. Лена читала свое собственное сочинение. Это печальная кантри-песня про девушку, которую бросает молодой человек, а она как бумеранг снова к нему возвращается и плачет. Раз за разом. Это интересная тема, что печальные кантри-песни обычно в мажоре и такие шустренькие достаточно. Это одна линия с передним монитором. Прям буквально секундочку, секундочку. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Он есть у нас за спиной. Раз, два, три. Он должен быть, но не очень громко. Вот сейчас нету. Так, о. Раз, 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 раз. Ну и раз, раз. А, вот он здесь, да? Сейчас пропал отсюда. Сейчас пропал сзади совсем.
Раз, 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 раз. Вот он чтобы был сзади, но не очень сильно. Раз, два, три. Спереди сильно. Сзади сейчас нет вообще. Сзади сейчас его нет совсем, это тоже плохо. Он должен быть сзади, но немножко. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Коля? Нету, нету, нету. Коля, говори. Нету, нету, нету его сзади сейчас. Раз, 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 раз. О, теперь очень много. А вот сейчас его нормально, отлично, прекрасно. На этой радостной ноте мы можем продолжить наш концерт. Спасибо большое, Слава. На сцену вызывается игрок команды КВН, но сейчас он наш игрок, полноценный наш саннисайдовский игрок Гарри Губаленко. Оу, дарлинг! Слова Пола Маккартни, музыка Джона Леннона. Хотя, скорее наоборот. Выступает, в общем, ария Матищинского гостя. Эпиграф. Хочу на связках въехать в вечность. Решил на Битлз замахнуться. Сейчас и кнется полус ринга. А Джон и Джордж перевернутся. Вы же в черном все пришли, немножко чернушки. Ну, мы по-доброму. Ну, давайте попробуем теперь это сделать. Believe me when I
А сейчас снова на сцену выйдет Лена Кожевникова, и тоже на этот раз не одна. С ней выйдет чтец своего эпиграфа Оля Верникова. Встречаем! Оля Верникова и Лена Кожевникова! Добрый день! Добрый день! В этот раз я прочитаю не свое стихотворение, а самое любимое стихотворение Анны Ахматовой из цикла «Тайна ремесла». «Мне ни к чему отеческие рати и прелесть элегических затей. Во мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене. И стих уже рожден, задорен, нежен, на радость вам и мне». На сцену своего любимого офтальмолога, а она оказывается уже здесь. Встречайте, пожалуйста, мой любимый офтальмолог Елена Рудковская! У меня все серьезно. Эпиграфом будет сонет, но не Шекспира, а Бродского. Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви.
Чем статнее гранит, тем явственнее отсутствие ланит и прочего. Плюс запаха и звука, пусть ног тебе не вскидывать в зенит, на то и камень, это ли не мука. Но то, что страсть, как шива шестирука, бессильна юбку, он не извинит. Не от того, что много утекло воды и крови, если б голубая, но от тоски расстегиваться врозь. Воздвиг бы я не камень, а стекло Мари, как воплощение гудбая и взгляда, проникающего сквозь. Песня называется «Врозь». Песню написала Бенька, солистка «Серебряной свадьбы». Ребята
стали, мягко говоря, проявлять инициативу, просто делать самостоятельно полноценный номера. Еще раз спасибо, спасибо, Лена, спасибо, Света, спасибо вам всем, ребята, за то, что вы такие. Ой. И на этой радостной ноте мы споем рок-н-ролл! И для этого приглашаем нашу рок-н-ролльную диву! Да! Катя! Потому что
все эпиграфы хорошие, а у меня такой. Я депрессивная зануда. Ты жизнерадостный кретин. Женись на мне, ты слишком счастлив. Один. Смена состава на сцене, и к нам присоединяется Юра Новгородский на гитаре. И на бас-гитаристами будет играть Леша Петнисов. Вот я сейчас смотрю на список песен, и мне кажется, что та, которая написана, она немножечко похожа на предыдущую. Давайте поменяем их местами и пригласим сейчас Стасю. But a hound dog.
Всем добрый вечер. Можно... Олечка Могильникова вышла на сцену. Встречайте. Здравствуйте. Поскольку моя песня про полуночную прогулку, эпиграф у меня будет сказочный. Потому что считается, что в полночь иногда происходят чудеса. Эпиграф такой. Часы уже пробили полночь, и за воротами дворца мохнатый оборотень воет в одном хрустальном башмачке. Совсем-совсем дебютантка. У нас сегодня несколько ребят, которые в первый раз выступают на нашей сцене. Некоторые из них даже для того, чтобы не то чтобы выступить, а чтобы позаниматься, едут из других городов, в том числе. Поля Михеева. Полиночка, выходи. Sailing on a sand and thunder train, and at your head and I.
А сейчас мы послушаем Вовкин эпиграф. О, ура! Это был такой хороший эпиграф. А у меня будет мистический. Какой? Мистический паранормальный. Так как у нас остается все меньше и меньше времени, говорить быстрее, да. Полина Пылинок скользит по стене, солнечным светом забавно играя, стая мурашек бежит по спине, легкий холодок повергая, вся мелюзга заползет в щель в полу, будет кишеть там и размножаться, чтобы нам светлую нашу пору было с чем от отчаяния сражаться. Never let you on the
сцене появляется Сергей Туаев! Наш брат Сергей! Как там надо выйти, дождаться аплодисментов? А потом прочитать эпиграф на злобу дня. Надоело жить в Рязани. Кругом грязь, хамло и пыль. Нужно сделать обрезание и уехать в Израиль.
Покупайте же молодую жену на новацию. Приглашаю. Опять так получилось, что грустная песня после грустной, поэтому не Варю я приглашаю. А для начала бас-гитариста Лёшу, гитариста Юру. Дэвид, ты здесь? Нет. Эдвард, ну ты-то хоть здесь? Дэвида Боуи, брат Эдвард Чойс.
всем добрый вечер. Ну и по сложившейся ныне традиции, конечно же, гран-мерси. Необходимо прочитать эпиграф. Кстати, так очень странно получилось. Я только сегодня узнал, что эпиграф совершенно подходит к композиции, которую собираюсь исполнить. Вот. Ну, начнем. Естественно, я его не выучу. Служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил, и утром, закусив батоном, скорее на службу он спешил. Носил он письма адресатам, в почтовый ящик их бросал, и от рассвета до заката от дома к дому он шагал. Он шел однажды утром ранним и слушал громкий птичий свист. Шуршали в сумке телеграммы, а за Гаврилой шел фашист. Задание было у шпиона доставки писем навредить, убить Гаврилу почтальона, из револьвера застрелить. Он за Гаврилой долго крался и целый день за ним ходил. С ним в подворотне повстречался и злое дело совершил. Гаврилу пуля тут сразила, фашист трусливо убежал. Смертельно раненый Гаврила собрался с силами и встал. Он, спотыкаясь, еле-еле донес последнее письмо и бросил в ящик. Птицы пели, Гавриле было все равно. Он птичьего не слышал свиста, переселился в мир иной. Пусть знают подлые фашисты, что каждый почтальон — герой! Дэви, ты говорил, что ты не с нами. До свидания.
сейчас на сцену выйдет Варя, и Марину я приглашаю для бэк-вокала. Славочка, дайте, пожалуйста, желтый микрофончик с желтой полосочкой чуть-чуть побольше на сцену. На сцену, пожалуйста, еще погромче микрофон с желтой полосочкой. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Эпиграф. Мне вас не жаль, наверное. Просто хотелось спросить. Вам бывает когда-нибудь скверно? И нет больше сил в себе носить? Как зверь в одинокой клетке? Да безумие рад посетитель, который протянет сирене ветку втайне от своих родителей. Вы чисты, от вас пахнет свежестью, горным воздухом после дождя. Почему же от моей нежности вы уходите, взгляд уводя? Нет, конечно, вы поняли, зачем я к вам приходил. Просто я, как всегда, не вовремя. То ли буду еще, то ли буду.
нами остается. Юра делает угрожающее движение в сторону электрогитары, потому что сейчас будет песня про весну. Про весну. Мариночка, скажем так, ваш эпиграф. Да, если бы я знала, что можно было эпиграф из трех строчек, может, придется вам немножко потерпеть и послушать. Хорошо, то есть быстро много строчек, хорошо? Сегодня слишком близко завтра. Вдали пропадает вчера. Кусочек сейчас напрасно. Вечер тает в бокале вина. На дне его ищу беспечность, свободу от трезвона телефонного звонка. Но все равно я набираю номер вечности, и недоступен абонент по имени Мечта. Хочу закончить строки я надежды, но вдохновение с ленью пьют мое вино. И поднят тост за то, чтоб, как и прежде, мне было все равно. Мне было все равно. I want you all the more.
сейчас на сцене появится еще один дебютант. Но сначала появится барабанщик Вова. Коля Добкин. И... Андрей Юдин! Встречайте! И Юра Кривошеин на электрогитаре, ее тоже нужно. Ой, ох, Андрюха, опасный человек. Мне не нужны аплодисменты. Я знаю сам, как я хорош. А все эти хлопки руками, топот, свист, цена им грош. Мой путь наверх был очень труден, но я с ним справился на славу. В моем шкафу полно скелетов, тех, кто был мне не по нраву. Сейчас беру от жизни все, что только пожелаю. Машины, лучшее вино и ту красавицу, что с краю. И все вы судите меня за то, что пью, курю, ругаюсь, за то, что я плюю на все. Ну, что сказать? Ха. Виновен, каюсь. Good evening, Your Honor. May I approach the bench? Anyone thinks I stay up all night and I smoke and I drink. I'm a wanted man and I'm going down. Don't waste your time trying to calm me down. The cops are saying I belong behind bars. And I'm guilty. Guilty. I'm guilty as до самой последней секунды, а поскольку время поджимает, поэтому этот эпиграф я посвящу Свете и Сереже. Да-да-да. И песне, а еще всем своим будущим мужьям. Это цитата из фильма «Прирожденные убийцы».
Я никого не буду убивать в день нашей свадьбы. Отличный! Отличный! Делила мир ненавистью. И еще разок, секундочку. Жадность отравила души людей, разделила мир ненавистью, ввергла нас в нищету и кровопролитие. Мы наращивали темп, но замкнулись в себе. Машины, которые давали изобилие, оставили нас в нужде. Мы не знали, что делать. Наши знания сделали нас циничными. Наша рассудительность сделала нас мерзкими и злыми. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем.
Мы нуждаемся в человечности больше, чем в машинах. И больше, чем в рассудительности, мы нуждаемся в мягкости и доброте. Без этих качеств мир превратится в насилие, и тогда все будет потеряно.
Ребят, я должна сказать, что для меня большая честь петь у вас на бэк-вокале. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Ну а сейчас еще один обещанный гость из, ну, даже не из Подмосковья, из города Воронеж. С огромным удовольствием я прошу завершить наше сольное отделение нашего особого гостя Лешу Геращенко. Лешенька, мы ждем тебя, где ты? Вот так, не успел на сцену выйти, уже аплодисменты получил. Привет всем! Лёшка вместо эпиграфа споёт две песни. Не, я эпиграф прочитаю, если можно. Ой. Окей, раз, давай. Раз к венерологу пришел гиппопотам. Ай, больно! Он кричал. Где больно, друг мой? Там! Мораль всей басни в том, чтоб незнакомым дамам ходить не нужно. И гиппопотам. Эта песня как-то предвосхищала следующую песню. Точно, потому что следующая песня называется I Got Woman. Песня про ту самую правильную даму. Мы готовы? Well, I got one way over town, good to me. Oh yeah, say I got one way over town, it's good to me. Oh yeah, say give me money way over me. Yeah, such a kind of friend of me. Treats me right. Never running in the street. Never be alone. Sometimes a woman thinks it's right there now. Замечательные музыканты, очевидно, Ольга Олейникова, бэк-вокал. Спасибо!
всепримиряющая песня, которая очень красиво закончит наше сольное отделение. Wonderful World. Дамы приглашают кавалеров. Thank you.
надеемся, да, что когда, пока Сережа не будет, Светик будет с нами, а когда Сережа вернется, мы как... Поздравляем, Ро! А между прочим, Сережу в хор привела девушка, которая сейчас будет петь песню и начинает наше хоровое отделение. Прекрасная, несравненная. Светлана Жаворонкова начинает хоровое отделение. Thank you.
Песня. У нас сегодня так получилось, что скоро мы будем участвовать в концерте великолепного Дениса Мужикова в ММДМ. И мы готовим несколько песен в стиле госпел, для того, чтобы сделать такой интересный госпел-блок. И несколько песен из этой программы мы сейчас сегодня исполняем. Но у нас есть две песни, которые мы к жанру госпел причислить не можем, но они не менее философские, наполненные глубоким смыслом. Ты можешь привести коня к реке, но не можешь заставить его пить. Каждый отвечает за свои мысли и за свои действия сам. Алекс
Александр Беланич! Включайте! За спин аристов, это я пытаюсь поставить микрофон солисту, который будет исполнять.
исполнять следующую песню, и это никто иной, как прекрасный мужчина, который побежал менять шнур для своей бас-гитары. Это Алексей Федисов! Несмотря на то, что Рождество уже как бы наступило давно, но мы же об этом никогда не забываем, что оно все равно есть. Оно даже не то, что будет снова, оно просто есть. А поэтому неважно, когда мы поем о нем. Это как любовь, ну неважно, когда мы про нее поем, в феврале или в июле, правда? Вот. Голос за кадром — это Ольга Михайловна Олейникова. Да, всем привет! И я сейчас говорю в зеленый микрофон. И, пожалуйста, вот в заднем мониторчике. О, как хорошо, спасибо большое. Это так прекрасно, когда звукорежиссеры понимают тебя без слов. Слава и Андрей! Спасибо вам большое! 1, 2, 1, 2. Леша уже почти готов. Ну, я надеюсь, елку-то все выкинули? Что-то как-то без энтузиазма, да, воспринял мой вопрос? Все елку выкинули? Какие молодцы. Можно еще немножечко голос сюда назад? А вот и наш шнур готов. Леша Федисов и Why Can't Every Day Be Like Christmas?
Алексей Бетисов, лидер рокобильной группы Jet Knife. Алексей Бетисов. Ищите в интернете, приходите на концерт. И еще одна рождественская песня. Такая колядка, которую мы тоже поем, независимо от времени года. Солистка Елена Степкина. I'm so tired.
себя. Спасибо, дорогие Sunnyside Singers. Все. Спасибо, что вы к нам приходите, что не забываете нас, что интересуетесь нашей жизнью. Спасибо еще раз. Приходите к нам еще. Будьте здоровы и любите друг друга.